каждый мазок юные художники вкладывают всю душу. Писать картины на тему войны сложно, ведь о ней они только слышали. Отсутствие такого важного визуального восприятия не помешало художникам проявить свои таланты. Меня вдохновили плакаты, которые были нарисованы в советское время, во время войны. 100 разных рисунков и все на одну тему – 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Сожженные города, разрывающиеся снаряды, лозунги. Чего только участники конкурса не рисовали на холстах, вкладывая в работу особый смысл. На войну все действуют деньги, власть, деспотизм, нацизм. Что это все влияет и потом происходит, ну, война, сильная война приносит плоды. Город творчества – конкурс республиканского масштаба. Жюри требовательное. Оценивают художников по двум номинациям – это станковая и дизайнерская композиции. Большое значение влияет оригинальность и видение автора. Тема очень сложная. Ее даже надо пронести, через себя пропустить, свое отношение еще выразить, передать правильно, без искажений, вот, ход событий того времени. Жюри долго оценивало все работы. В итоге нижнекамские художники стали лучшими в двух номинациях – это живопись и дизайн.